С большой любовью Жанна Викторовна Шабанова рассказывает о лицее, которому отдала большую часть своей жизни. Была ученицей, потом выпускницей тогда еще школы. А сейчас вот уже много лет занимает должность директора лицея номер 26. В лицее у нас обучается 1057 учеников. Мы очень большие, но мы рады нашим детям, мы рады, что они к нам идут с удовольствием учиться. Поэтому наша большая дружная школьная семья с каждым годом растет. На праздничный юбилейный концерт пригласили не только преподавателей, но и ветеранов педагогического труда, а еще выпускников, окончивших школу несколько десятков лет назад. Сейчас выпускники – это дипломированные врачи, известные спортсмены и успешные предприниматели. Я ходил в секцию лыжной гонки. Как-то помогла потом вам жизнь? Ну, наверное, я думаю, помогла очень сильно, потому что спорт, он, прежде всего, организует и дисциплинирует любого. Тогда на базе лицея с 2000 года существует кадетский класс под руководством Главного управления МЧС России по Мордовии. Анастасия Суркова, Андрей Просвиркин. Наши новости.